Всем привет и добро пожаловать на канал Plate Home. Мы с вами продолжаем выживать Dying Light 2. Ну и как большинство поддержало прошлой серии, мы сегодня с вами добиваем побочные задания. Ну а после уже, естественно, отправляемся добивать сюжет. Что касается побочек, я думаю, наверное, в течение одной, максимум двух серий мы с вами это все должны будем сделать, провернуть. Да и по факту здесь не так уж и много осталось заданий. Значит, где мы с вами сейчас находимся? А находимся мы с вами недалеко. А, кстати, да, давайте мы, наверное, сразу же первым делом и сделаем наблюдение за птицами. Помните, нам надо было как раз кабинет на небоскреб, и я все никак не знал, как это сделать. Но походу... Да, я сейчас бегу, подожди, я сейчас это соображу, там где у нас арбалетные стрелы. Вот, болты точнее готовы. Бегу тебе на помощь. Значит, надо будет подняться наверх, надо найти все-таки будет способ, как вообще там оказаться. Наверное, надо будет использовать какие-то, может быть, порывы. Во, готово. Ты свободен. Нет, ну, конечно, это надо было сделать, такая смерть, это что-то нечто. Варвары хотели меня сжечь, миротворцы. Ты можешь в это поверить? Могу, поверь, могу. Отлично, это сделали. Значит, нам надо оказаться там. У нас есть несколько вариантов. Либо использовать порыв ветра от турбины, либо запаркурить. Давайте тогда искать какие-то, хоть какие-то, я даже сказал, варианты, как мы можем там оказаться, потому что иначе... А, у нас здесь еще аирдроп есть, а на аирдроп мы можем забраться, судя по всему, пока вообще без понятия, почему у нас получится запаркурить. Кстати, ловушки вон эти висят, ну-ка. Да, хорошее пламя здесь пошло. Но это, наверное, даже лучше будет ночью использовать, да? Хотя, если у нас задание здесь, мы теоретически можем оттуда потом с крыши добраться до сюда, правильно? Чтобы здесь голову особо не ломать. Лучше тогда сразу ее поломаем себе, когда туда добраться. А, ну смотрите, ну, во-первых, давайте попробуем использовать вот этот наш потрясающий крюк-кран. Возможно... Мы хотя бы отсюда сможем попасть на то здание, а там будем уже смотреть другие варианты. Как мы можем оказаться чуть выше, стоять нам вот сюда сейчас. Бедолага прыгает так и сяк. Никак не может успокоиться. Да, нам еще очень требуется много металла. Очень много требуется металла, чтобы можно было сделать стрелы. В магазины надо будет обязательно забежать, посмотреть, кто что там продает. Может быть, что-то есть полезное. Ну и, конечно же, скупим все ресурсы. Хотя почему-то в последнее время в лагерях очень мало стало именно точек, где продаются ресурсы. То есть уже сразу дают готовое снаряжение. А это все... конечно, замечательно, но немножечко не то. Давайте попробуем, наверное, вот сюда тогда сейчас забраться. Тем более у нас с вами паркур из Very Good. У нас много очков навыков. Мы можем далеко и высоко залезать. Слушайте, а, кстати, а что у нас там по очкам? У нас плюс одно есть... Мы его сейчас потратим. Давайте, наверное, дополнительное ускорение возьмем. А в очках боя мы возьмем себе, ну, мельницу, почему бы и нет. Пускай будет. Правильно мы мыслим? Мы мыслим... А, кстати, там был кран у нас. По факту можно было сразу там оказаться. Ну, ладно. Мы, как говорится, не ищем легких путей. Вот так вот. А дальше... А вот дальше самое, походу, будет сложное. А может быть и нет. А, слушайте, а мы с вами, по-моему, эту точку не смотрели еще, да? Здесь есть порыв ветра. Он нас немножечко приподнимает. Ни хрена себе немножечко. Тормози, Василий. Нормально он нас там подбросил. Где этот говорящий с птицами? А, он чуть выше. Сейчас мы к нему заберемся. А тут есть что полезное для нас? Да по-любому должно быть. Хоть что-то-то, а? Нам еще надо будет забраться с вами, активировать вышку. По ходу пьесы. О! Сейчас главное, знаете что? Чтобы нас не прищемило. Вот здесь. Ну вот о чем я и говорю. Сбросило. А может там можно было как-то... Нет, там нельзя было никак. Сейчас мы попробуем вот так вот сделать. Чуть выше. Она проедет, а мы будем зацепляться под нее. О! Вуаляй, мы на месте. Здесь гнездо. Там повсюду заброшенные гнезда. Но в этом яйца.
Невероятно! Какого цвета? Белые, с пятнами. Коричневыми? Точно. Сколько их всего? Шесть? Пять. Я перепелятник! Эйден, я тебя обожаю! Если фауна возвращается в город, значит воздух становится чище. Количество химикатов в воздухе снижается. Скорее отойди от гнезда. А что с магнитофоном? Ни один уважающий себя орнитолог не потревожит наседку. Надеюсь, птенцы... Им ничего не угрожает. Тоже так думаю. Спасибо, Эйден. Для меня это прекрасный день. Рад, что смог помочь. Походу, мамаша летит, да? Не будем ее беспокоить. Сейчас мы вот сюда попробуем долететь. Сразу откроем лестницу. А вышка у нас как... А, у нас вот здесь она, да? Активируется. А давайте попробуем. Не так, походу, должно было быть. Надо каким-то образом мне сейчас будет вот за эту балочку зацепиться. А с чего я вообще взял, что мне сюда надо? По-моему, мне вообще не в эти края. Надо как-то пробраться чуть выше, чуть дальше. Куда-нибудь вот сюда. Но здесь проблема в том, что я не смогу перепрыгнуть. Здесь же нигде нет отверстий, да, для подъема. А, здесь есть возможность подняться. Нет, нет, все-таки ее нету. Так, думай, Серега, что мне это дает? Мне это дает? Мне это дает то, что мне башка здесь не пролезает никаким вообще образом. Сейчас еще разочек попробуем. Все равно других вариантов нету. Отсюда мы точно не запрыгнем дальше. Ну да. Не, 100% где-то здесь должен быть подъем. Это 100%. Только вот вопрос, как оказаться с той стороны. Он просто не может перелезть туда. А, может? Господи. Все намного проще оказалось. Потому что пару раз я что-то пробовал не здесь, а на других вышках, когда мы с вами пытались что-то активировать. Нифига подобного, он никак не мог подняться по ней. Здесь, наверное, мы с вами отправляемся... На всякий случай также откроем лестницу. Ага. Вера, просто Вера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Самый волнительный момент, это, конечно, подниматься вот по таким вот вещам. Есть. Как можно выше сейчас поднимемся. Тихонечко, не спеша. И мы наверху. Боже ты мой, аж сводит все. А вот сейчас действительно прыжок Веры. Да-да-да-да-да-да. Готово. Слушайте, ну мы забрались. Мы прям молодцы с вами. Плюс еще одна вышка. Она, конечно, для нас сейчас не принципиальна, потому что мы по заданиям идем. Но раз мы здесь находимся, да, говорится, почему бы и нет. И сразу таким же образом... О, кстати. А, ну это у нас просто дом, да, получается, в самом низу. А я, наверное, спущусь. По идее, нам должно будет хватить. Так, по идее, нам должно будет хватить высоты, чтобы долететь до места, где у нас будет аирдроп. Сейчас главное мимо не пролететь, только наши хаты. Значит, это будет самый большой фейл. Во-во-во-во-во-во, вот сюда. А там я видел, мешки были. Шикарно. Минус колени. Минус все. Тут да, тут уже ничего не поможет. Хижину мы себе получили. Генератор здесь активировать не надо. Здесь уже все у нас активно получается, да? Ну, мед заберем, пригодится. А что в ящиках? Удиви. Металла. Много металла дайте мне, пожалуйста. Нифигашеньки. Только булавы и всякая фигня.
Вуаля, мы на месте. Требуется плапан. Да, мы поняли, мы уже здесь. А, у нас ключа нету. Мы единственное, что можем потратить огромное количество отмычек. Ну, пробуем. Раз уж мы здесь. Плюс одно. Дать жетон военной техники. Здесь мы с вами все посмотрели. Следующее у нас задание. Какие тут курьеры. Это доставка у нас получается. Там товаров будет, да? Возьмите задание на доставку. Ну, это все из испытаний. Дальше экскурсия. Это у нас испытание. Логово для Бриджит. Поставим отслеживание. А, здесь у нас что еще есть? Охотник. Оп, обычное задание. Давайте, наверное, он поближе. Как раз-таки до него сейчас и долетим. Нет, с парапланом, конечно, просто кайф. Просто кайф. Особенно, когда есть возможность забраться на какие-то более высокие здания. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь по торговле. Хотя тут не видно, в уголочек спрятался прямо. Скажи, что у тебя есть металл. Да, у тебя есть металлолом. Забираем абсолютно весь. Сколько у нас денег? 80 тысяч. Давайте у него все просто покупать. Сделаем ему кассу на сегодняшний день. Он будет счастливый, довольный. И, наверное, мы еще ему даже сможем что-нибудь продать. Например, вот этот весь хлам. Штанишки тоже ему скинем. Пускай для разнообразия он хоть что-то новенькое продает, правильно? Гульдены туда же. Все, готово. Дальше, кто у нас там с заданием стоит? Ты, да? Какого хрена? У тебя инсульт или что? Нет, друг, я охочусь на хищных птиц. А что это за звук ты издаешь? Звук напуганного кролика. Когда я был охотником, то издавал его, чтобы приманить волков, львов, орлов. Любой хищник будет рад кролику. Но сейчас это не поможет. Животных осталось мало. Но это только пока. Знаешь почему? Вирус? Не совсем. Животные не заражались вирусом, как люди, но он нарушил их пищевые цепочки. В панике люди, опасаясь остаться без пищи, убили и съели практически всех, кого могли, не думая о будущем. Они уничтожили популяции дичи, кроликов, кур, индюков и тому подобных. А потом и мышей, крыс и попугаев. Всех, кто не смог сбежать. Крупным хищникам, таким как львы и соколы, стало не хватать пищи. Они либо умерли от голода, либо мигрировали. Так животные исчезли из городских окрестностей с высокой концентрацией прожорливых людей. Так что зараженные ни при чем. А зачем издавать эти звуки? Если я привлеку хищную птицу, то это будет знаком, что пищевые цепочки восстанавливаются. А где одна птица, там и две. Птица здорова, она хорошо питается. Птица сыта, где-то водятся кролики. Кроликами питаются волки и другие хищники. Ты понял? Ага. Какая помощь понадобится? Нужно искать пары животных, способных к спариванию. Хоть соколов, хоть кроликов. Их следует разводить. Существует достаточно людей, готовых обеспечить будущее человечества. Если мне удастся найти птицу с птенцами или кролика с крольчатами, я буду охранять их ценой жизни. Ты скорее фермер, а не охотник. Уверяю тебя, я бы охотился. На ворон, на зараженных, ради развлечения и... И? На любого, кто попытается тронуть моих животных. Вот, возьми. Надеюсь, ты поможешь мне их спасти. Спасибо. Ты заставил задуматься. Ну, интересно, кстати, такая чисто... такое направление с животными. Тут птицы, тут кролики. Все им надо помочь, все надо восстановить. Давайте посмотрим, что получается, что надо будет сделать там еще. Здесь просто как диалог у нас прошел. Это у нас сюжет дальше. Так, логово, да. Отправляемся к нему. А здесь у нас... А, да, это у нас экскурсия, они просто друг на друге наложены. Блин, нафига я прыгаю? Там же было этот самый, у нас были уступы, за которые можно было захватиться.
Ну ладно, уже что сделано, то сделано. А вот что нам действительно надо сделать, прям в полете остановился, да? Это болты. У нас вот этих сейчас есть сколько? 30 штук, точнее 21 штука, можем сделать еще 30-ку. Делаем 100%, подожди, а обычных сколько мы можем? Тоже 30-ку. Ну тогда делаем эти без всяких проблем, потому что здесь используется еще дополнительный груз. Перья закончились. Угу. Вот так вот. Продаешь что-нибудь? Нет, не продаешь, а то ты модифицируешь. Я хочу улучшить... Да, кстати, по поводу пальца, который мы с вами открыли в комнате разработчиков. Там надо 300 с лишним единиц металла. Как бы для меня это такая сейчас роскошь, что я даже без понятия, как и сколько, и где столько, главное, намутить мне. Но здесь пока, да, ничего не будем изучать. Хотя единственное, что можно потратить на ужесточение. Как раз-таки бонус к урону. Давайте возьмем его, пускай модифицируется. Мне этот навык нравится. Значит, открываем ремесло. Вот он. Левый палец Глова. Видите, металлон 369 единиц. Как бы без понятия, чем сейчас только намутить. Это надо собирать все, что такое вообще только есть. И где только это есть. Сможем долететь? Ну, мы, если что, сейчас ножки кверху поднимем вот таким вот образом. И по идее... А, там, если что, кстати, есть крюк. Так что зацепимся. Вот сюда мне надо. А, нет, не сюда, но еще дальше надо было пролететь. Да, чуть повыше поднимемся. Вот так вот. Идеально. Такой жестокий и бессердечный. Вас кто-то обидел? Мой сын. Я посвятила ему всю жизнь. И чем он мне отплатил? Превратил мою жизнь в ад. В моем же доме. Я больше не могла этого вынести. И ушла. Куда пойдете? Я слышала, что неподалеку есть заброшенный контейнер. Когда-то он принадлежал миротворцам, но сейчас там никого. Ну, так было. Когда я пошла на него посмотреть, там оказалась толпа зараженных. А если я очищу его от зараженных? Сделаешь это? Я заплачу. Само собой. Где потом тебя найти? Я пойду в закусочную. Там всяко лучше, чем в доме, который превратил в ад мой проклятый сын. Понял, принял. Размотать зомбаков. Это мы можем, это мы умеем. Это все элементарно. Как сын мог так поступить с матерью? Вынуждена просить незнакомца. О, мать это святое. Мать вот это... Мать это просто самое важное и главное. Так, ладно, поехали. Сейчас мы доберемся. А, мы с вами здесь одного лейтенанта миротворцев как раз таки спасали от зомбаков. Да-да-да. Как хорошо зашли. У нас был один болт только заряжен. Отдыхаем, выдыхаем. Там пусто. А, нет, там не пусто, там голова вон ходит одна. Тут ничего нету. Еще надо кого-то тут походу грохнуть, да? Что там у тебя хоть было? Да вы пустые какие-то. Слушайте, не, надо, наверное, в лабораторию мне будет сходить. Вот там ребятки все-таки хоть как-то, хоть чуть-чуть, но имеют вес. А это пустота откровенная. Заводим шарманочку нашу. В контейнере чисто. Дальше. Встретиться с Бриджит закусочной. Закусочная, так полагает, у нас Рыбиглаз, который находится прямо в центре карты, да? Угу. Как удобно все-таки, что мы открыли станцию метрополитена. Легко, быстро можем перебираться. Единственное, что не во всех у нас районах, конечно, это открыто. Но, с другой стороны, и ладно. Там, где у нас не открыто, там у нас закрыто. Что, в принципе, логично, да? Нет, там, где у нас не открыто, мы там просто можем очень быстро запаркурить, прилететь на параплане с любого здания. Потому что там из центра у нас по бокам вот тут уже высотки. А где она? А, вот она. Хватит драматизировать. У тебя совесть есть? Мать, слушай. Мам, выслушай меня. Мама, вернись домой. Я за тебя переживаю. Бродяжка, которую ты приютил, все еще там? Пожалуйста, не говори так о моей будущей жене. Ее зовут Сильвия. Ты знаком с ней неделю и уже называешь женой? Что ты вообще о ней знаешь? Я ее люблю. Больше, чем родную мать? Видимо, я ужасная мать.
Видишь? Этот милый молодой человек пообещал найти контейнер, где я в одиночестве проведу остаток своей жизни. Ну, мам! Тише! Ну, как все прошло, мой герой? Можно заселяться. Вот, твои честно заработанные деньги. Я могла бы оставить их сыну, но он этого не заслужил. Пожалуйста, вразуми ее, потому что у меня больше нет сил. Во-первых, ужасно, это просто ужаснейше, когда кто-то из близких, мать, отец, неважно, да, кто-то очень родной человек, тебе ставит тебя перед выбором, либо я, либо там какая-то там твоя новая пассия, там твоя любовь, в общем, твоя новая жизнь. Это просто охренеть как жестко, и это очень сложно. Но, во-вторых, конечно же, у тебя может быть сколько угодно жен, но у тебя мать всегда будет одна, но, к сожалению, это факт, и от этого никак никуда не уйти, поэтому... Я думаю, здесь надо поступить именно вот на трезвую голову, сказать, действительно, слушай, ну, все дети как-то повзрослеют, у нее своя жизнь, он ее любит, она, наверное, любит его, к сожалению, мы пока не знаем ее отношение к сыну, но, черт подери, мамуль, ну, все же будет хорошо, и нормально, будешь отлично с ней кровью, все отлично. Нужно уметь вовремя отпускать детей. Ты слышала? Если ты хочешь уйти из-за Сильвии, то... Я не буду возражать. А мне казалось, что у тебя такие добрые глаза. Родители просто очень часто этим манипулируют. Все будет в порядке? Я за ней присмотрю. В конце концов, она моя мать. Вот, красавчик. Спасибо за помощь. А, не за что. Удачи тебе в новой жизни. Несмотря ни на что, всегда помогай ей. Как бы она там ни бухтела, ни кричала, и он этот милый песик, милый котик... Блин, тут смотрите, у нас здесь и котики, и собачки. Ребята, а у кого дома вообще есть животные? В комментариях черканите, у вас кошка или собака? У меня вот собака, и я охренеть как люблю собак. Коты. Наглые подхалимные создания. Двигаем дальше. Значит, что у нас тут с вами еще по заданиям есть? Вечная любовь какая-то, да? Давайте посмотрим. Так, это у нас... Это у нас... А, куда это? А, это у нас вон туда. Аж целых 300 метров. Но я тут вижу пропеллер, которым мы сейчас быстренько воспользуемся. Возьмем на ускорение. Ты посмотри, как мы мансим, а? Прямо небесный форсаж какой-то можно тут устраивать. Между зданиями, между уголками, между окнами. Прямо проскакиваем. Идеально. Главное сейчас ножки успеть поднять. Вот сюда. Ой! Просто деревом между ног, это жестко. Слава богу, что здесь игра не настолько реальна. Иначе Бейден бы нам никогда не просил. Он мог бы пережить все, что угодно, но такого удара навряд ли бы он смог пережить. О! Как красиво. Что за песня? О, она очень старая. На моей родине женщины поют ее, чтобы мужья вернулись из плавания. Значит, ты пела для конкретного человека? Для своего суженого. Хотя он больше никогда не вернется. Он погиб во время обстрела. Мне жаль. Прошло 11 лет, а я все еще думаю о нем. Чувствую, будто меня прокляли. Даже сегодня я пришла сюда из-за него. Как это? Не будешь смеяться? Нет. До эвакуации я спрятала памятные вещи в сейфе в кабинете. Думала, если смогу их забрать, меня перестанут мучить мысли о прошлом. Это память о нем? Да, письма. Они очень личные. Увы, офисное здание разрушено. Чтобы попасть туда, пришлось бы научиться летать. Я могу помочь. Ты можешь это сделать? Я говорю вон о том здании. А сейф? В моем кабинете, наверху в отделе кадров. Поверни диск два раза вправо, один раз влево, один раз вправо. Запомнишь? Два раза вправо, один раз влево, один раз вправо. Еще разочек, да? Можешь повторить. Два раза вправо, один раз влево, один раз вправо. Да? Ты запомнишь? Да. Запомню. Здорово, что ты согласился помочь. Но я даже не знаю, кто ты. Меня зовут Эйден. А меня Шарлотта. Спасибо, Эйден. Не за что.
Жди меня здесь. Два раза право, один раз слева, один раз право. Окей. 500 метров? В смысле, стоп. По-моему, это все-таки основа у нас уже. Да, она сказала, это находится рядышком в офисном здании. А именно вон там. Как мы туда заберемся? Ага, вижу лифт. Вижу лифт, не вижу преград. Ножки, главное, повыше над землей. На вот таком вот ускорении. И мы с вами, можно сказать, добрались. А еще мне там показалось, что там были перья. Надо там будет проверить. Но могу ошибаться. Ошибся, да. Думал, они тут есть. А, нам еще выше. Слушай, давайте я, наверное, тут немножко полутаю, посмотрю, что тут есть. Может, это металлы наскребем. Хотя тут металла, по идее, конечно, должно быть огромнейшее количество. А, стоп, откуда здесь был замес? Знакомое местечко, я смотрю просто. И тело лежит то же самое, ну, это скриптовое. Никак не может отсюда пропасть. О, открыли. Нужны отмычки, да. Чтобы открывать, если что, в дальнейшем еще контейнеры, которые мы в ГМовске будем искать. Блин, что я сделал? Не ту кнопку нажал. Забираем. Тут пусто. А вот здесь? Пусто. Нам надо еще выше, да, походу? А лестница у нас была... Да, конечно, была лестница. Это слишком было бы просто, если бы здесь была лестница. Здесь явно... Явно все должно быть как-то иначе. Ну-ка. Например, вот сюда. И еще чуть выше вот сюда. А, стоп, подождите. Господи, дай мне шанс попасть в эту дырочку. Я себя чувствую просто иголочкой. Веревочкой, точнее, которая в ушко игольное залетает. Нормально, залетели. Ну, здесь у нас сонное царство. Мы его будить не будем. Быстренько. Вот так, вот так. А тебя, вонючка, вон туда. А, еще выходит у нас. Выходим, ваша остановка. Все готовы, да? Сейчас полутаю. Не, ну это не серьезно, они все пустые, блин. 6 единиц металлолома, это все, что я тут нашел. С десяток трупов. Прикольно. А, вот сейф. А, нет, стоп, это другой сейф. Ох, не этот отдел мне нужен. Ну, мы сейчас будем здесь все искать. Какие проблемы? Тряпки, браслеты. А это у нас что? У нас обмотки, кстати, огромное количество. Мы даже до сих пор ее никуда не так не тратили. Почему? Потому что даже сишки не делаю. Ну, С4, кстати, взрывчатку. Она туда у нас... Точнее, этот компонент у нас туда идет, но... А, вон вижу сейф, еще один. Так, хорошо. Какой там код? А здесь код разве есть? А, два раза вправо. Два раза вправо. Один раз влево. Один раз влево. Один раз вправо. Один раз вправо. Выбор специально путаю, да? Открыть? Да, готово. Естественно. Так, наконец-то получилось прогуляться по Барселоне. Чудные улочки, местные жители, соблазняющие меня вином и потрясающий каталонский модернизм. И все же, это все не то. Какой смысл в этой красоте, если я не могу поделиться ею с тобой? Без тебя вино безвкусное, а достопримечательности этого города меркнут по сравнению с твоей улыбкой. О, хорошие слова, надо запомнить. Потом как-нибудь супруге. Напомним. Значит, что у нас там по движению? Нам надо вон туда. Сейчас, вот отсюда мне. Шикарно, ножки повыше. И летим сдавать. Что-то я ее не вижу. Ага, вижу. От дождя, что ли, укрылась? Привет. Эйден. Я нашел сейф. Вот. Это все? Ты уверен?
Все, что было в сейфе. Они прекрасны. Этот осел умел писать. Жаль только, что писал их не мне. Знаешь, что он сказал перед смертью? Что любил другую и жалеет, что сейчас ее нет рядом с ним. Я ему этого не прощу. Что ты делаешь? Освобождаюсь от него. Все 11 лет я пыталась это сделать. Я так хотела выкинуть его из головы, но продолжала думать об этих проклятых письмах. Это единственное доказательство нашей связи. А теперь оно исчезло без следа. Я не знаю, что сказать. Эй, почему нос повесил? Улыбнись, Эйден. Ты помог мне. С меня будто сняли проклятие. В сейфе были и другие вещи. Оставь их себе. Ты уверена? Я покончила с прошлым. Прощай, Шарлотта. Удачи. Прощай, Эйден. Отлично, кстати, задание и классический вариант психологии. Большинство людей, как правило, привязывают свои проблемы к определенным вещам, каким-то, может быть, объектам. И как только они с ними там, пытаются там, распрощаться, они их уничтожают или просто от них уходят далеко, то есть на расстоянии, где они не могут уже никак ими контролировать, соответственно, они якобы освобождают себя. Ну, да. В принципе, вот по данному заданию классическое подтверждение именно такого вот душевного, морального освобождения. Мы забрали. Дальше что у нас здесь идет? А у нас здесь идет... Кстати, стоп, а у нас там хватает сейчас еще на болты? У нас хватает еще на десяточку? А, нет, стоп, отбой. Мы лучше сделаем максимум отверток. Отмычек, точнее. Почему сегодня их отвертками называю? Юперный бабай. Наверное, потому что я себе купил не так давно отличный набор отверток. Походу, чисто совпадение такое, да? Надо от них избавиться, классических вот психологий. Избавлюсь от них, больше не буду думать про отвертки. Ну, это, конечно, будет так, Стёп. Значит, здесь у нас допник. Допник испытания нет. Оно живое, побочное задание. Так мы его выполняли, оно все время сбрасывается. Вот то же самое, это история двух братьев, двойные неприятности. Я его 3 раза уже выполнял, и оно 3 раза откатывается на самый старт. И неважно, что я с вами выберу. Когда мы с вами, кстати, на ролике проходили, мы сказали, что хватит нас дурить, отдайте нам бабки, и они свалили. Вот, потом я пытался выбрать, сделать заново забег с ними. Все равно не помогает. Потом я выбирал... Не помню, что там, в общем, какое-то еще было третье действие с ними. И один фиг, каждый раз заходишь в игру, вот этот значок все время здесь загорается, и двойная неприятность, ну, никак не пропадает. Тогда мы, оно живое, да, мы пропустим, раз мы его делали. Дальше испытание это не наше, это тоже не то. У нас вот здесь есть книга... А, во, кстати, книголюба. Давайте-ка мы сейчас туда как раз и изгоняем. А еще, подождите, я хотел посмотреть вот здесь, что у нас находится. Сестра, побочное задание. Ну ладно, давайте сначала книголюбов, а потом уже все остальное. Господи, тут выход-то у нас. А, во. Единственное, конечно же, надо забежать в наш рыночек, посмотреть, что есть по покупке и продаже. Это мы, естественно, заберем. Здесь пока все пусто. Это мы продаем, это мы продаем. Это нам больше ничего не потребуется. Лампы туда же, гранаты, наверное. Давайте, наверное, да, 11 гранат вот этих первого уровня я скину. Хотя мне и эти-то не нужны, я уже ими не пользуюсь ничем. Ну, наверное, все. А в плане покупки, да, здесь у нас нету металлов, никаких других товаров. Где у нас книголюбы? Что-то я маркера не вижу. А где он был? По-моему, где-то на корабле, разве нет? Поставить на отслеживание. И я его в упор не вижу. Вы его видите? Я вот, например, нет. Ну-ка, давайте попробуем по карте сориентироваться. А, то есть прямо около кровати где-то наша, да? С той стороны должен быть. Может, просто не подхватывает наш взгляд? Нет, заданий здесь нету. Вот дела. Я уже даже, походу, пробежал его. Оно может быть выше? Нет, там тоже ничего нету. Вот как так можно делать? Вот на самом деле уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой того, что здесь, когда делаешь захват определенного задания или какую-то, может быть, метку себе кидаешь, она не отображается. Я не против, конечно, побегать поискать.
Но маркер-то на то и маркер, да? Чтобы нам хоть какой-то там подспорье дать в поиске. Ты смотри, а. А, может быть, надо зайти вот сюда? Это у нас медпункт. А, вот светится. А, нет, это двери. Где Айден лежал? Здесь вообще никого нету. Самое что интересно, здесь даже не написано, кто его дает. И оно не подхватывается под отслеживание. Пипец, блин. А мы, по-моему, с вами делали первую часть книголюбов. А это случайно оно не залипает друг на друга, как и оно живое? Два раза подряд, да? По-моему. Ну, это нас в основу, да, обратно выбрасывает. Ладно, хорошо, тогда двигаемся к сестре. Надеюсь, сестра у нас не залагает, не забагует. Все-таки хотелось бы выполнить задание, но видите. Увы и ах. Да, мы его делали, оно живое. Хотя, если честно, и название сестра что-то тоже до боли знакомое. Но сейчас уже наверняка проверим. Или просто, может быть, у меня уже глаз замылился с названиями, но навряд ли, навряд ли. Иди сюда, парень. Так твоя сестра. Ну ладно. Ты должен помочь ей. О чем вы говорите? Кто вы? Ты же искал свою сестру, да? Откуда вы меня знаете? Твоя сестра в опасности, тебе нужно спешить. Что? Сестра? Да, спаси ее. С ума сошли? Откуда вам знать мою сестру? Чего же ты ждешь? Ты должен спасти ее, пока не поздно. Куда мне идти? Ренегаты держат ее в одном из домов на Принц Гэбриэл Пассаж. Прямо у старого отеля. Она погибнет там. Спаси ее. Не стой столбом, спаси сестру. Хорошо, я уже бегу. Но это явно не какая-то отсылка или, может быть, альтернативное действие к основе. Это по-любому какая-то шиза у мужика, 100%. Скорее всего, наверное, даже кто-то его, из его родственников. Просто под ширмочкой того, что мы ищем свою сестру, нам пытаются вот навязать такую тему. Может быть, он подумает, что мы могли бы отказать ему в его просьбе, поэтому он решил таким вот образом поступить. Ну, такие чисто догадки, знаете, не более чем. Потому что я даже без понятия, каким образом какой-то хрен на крыше связан с основой, с поиском моей сестры. И учитывая тот факт, что, в принципе, здесь нас уже знают все и вся. У нас какое-то еще задание было. А где мы сейчас вообще летим? А, карта не открывается, кстати, когда мы летим. Ничего себе. Р. Реализм. Ну, наверное, надо просто ренегатов сейчас будет раскидать. Но я буду очень сильно удивлен, если все-таки мы там встретим Мию. И что тут у нас? У меня тут уже никто и ничто не остановит. Где? Where is my sister? Сейчас откроем еще тут. Систер подождет. Металл. I need metal. Ну, тоже неплохо, кстати. Слушайте, а давайте-ка, наверное, сразу здесь полутаю. Раз уже здесь пришли. Точнее, сюда пришли, да? Почему бы все тут и не собрать? Как он ножку-то задрал, а? Прям блерун. Пусто, так, это неактивно. По поводу щитков, ребят, я, по-моему, несколько раз уже говорил. Эти щитки миротворцы сами хоть восстанавливают. Я не знаю как, не знаю почему, но у меня никаких действий с ними абсолютно нет. Просто от слова абсолютно. Сразу Александр Невский вспоминается. Его коронная фраза. Вот, кстати, у тебя хоть металл был, это хорошо. А что, так резко выключился? А дальше? А дальше, наверное, куда-то вон туда, да? В соседнюю комнату. Сейчас сразу болты перезарядим. Ага. Ну тут какая-то другая девушка.
Не трожь меня! Не бойся, я не обижу. Кто ты? А ты кто? Помочь пришел. Меня прислал какой-то дед. Я тебя не знаю. Я Эйден. Быстро, беги. Но... Встретимся снаружи. Здесь рядом ветряк. Я буду ждать там. Проверь эту шлюху. Ага. Ну, пускай они пока спускаются, мы тут залутаемся. Сходу нащупал. Удивите. У нас книжки, данные, инструкции. Дробилку дали. Это лютая булава вообще, по-моему, там... Перья от ракеты какой-то. Все. Ты посмотри, нифига себе пригвоздил. Вот это было хорошо. Кстати, 7-й уровень. А это, кстати, быстро умер. А где ты? А, ты наверху стоишь. А тебе? Псимсиныч. Тоже, наверное, неплохо заходит. Лёг, думаешь, я тебя не увидел? Вижу я тебя вижу. А, это бутылка, это не то. Код. А, кстати, здесь код не требуется. Здесь просто обычный взлом с помощью отмычки. Что, в принципе, тоже хорошо. Кошель. Логичное место, где ему, в принципе, должно... Точнее, где он и должно лежать. Ботиночки. Фасоль какая-то, консервы. Что-то фасоли захотелось. Угу. И вроде как усё, да, осталось только наверх подняться. Так полагаю, у нас проход вот здесь будет. А, нет, стоп, это мы окажемся. Это мы с вами окажемся около того прохода. Нет, это не то, стоп. Нам надо вот сюда, наверное, да? Эйден, встань. Чё ты на картах все ползаешь? Помню, Last of Us, когда проходили, вечно на картах, вся игра на картах. О, вот сюда мне. У тебя пусто. Пропустил что-то сюда. Ну и по сути все, можно отсюда сваливать лифт, наверное. Хотя. А, тут есть, слушайте, вариант, как подняться. Да, мы это как раз таки мы воспользуемся. Извините, простите. А, еще выше нам. Ну, поехали. Хотя вроде ветряки-то мы с вами все захватили. О, стоп. Здесь, наверное, мы можем перья получить. Мед нам, конечно, уже не ехал, не болел. А вот перья заберем. Фигово. В скворечнике всего лишь одно перо было. По-моему, 2-3 штуки периодически падает, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мэтт мне не доверяет. Да Мэтт, по-моему, вообще никому не доверяет. У Мэтта периодически шиза срабатывает. Он... Ладно. Он слепо верит в свою идею. Где-то я ему помогаю, где-то я все-таки считаю надо помогать выжившим. Как ты? Братец! Мы не знакомы, но мне нужно, чтобы ты сыграл моего брата. Понятно, деда шиза. У тебя все получилось. Я ни на минуту не сомневался в тебе, мой мальчик. Ни на минуту. Но... Он унаследовал твое мужество, дедушка. Встретился лицом к лицу с похитителями, как с ревущим огнем. 40 лет я возглавлял команду лучших пожарных, тушивших самые страшные пожары. У дедушки деменция. Он принимает тебя за своего внука, который умер несколько лет назад. Но он этого не помнит. Ты всегда был моим героем, дедуль. Я верил, что ты мог погасить даже адское пламя. Настоящий пожарный не боится ада.
Но ты спас свою сестру. Похоже, теперь ты герой. Пойдем домой. Я заварю тебе чай. Да, мы всем давали просраться. Вот было время. Я как-нибудь объясню ему, что тебе пришлось уйти. Большое тебе спасибо. Да, не будем, конечно, по старых лет уже дедули как-то нервную систему подрасшатывать. И так она там на грани, сами понимаете. Двигаем дальше. Это мы сделали, значит, оно живое. Ну, давайте, ладно, сейчас подскочим, побормочим. Ну, если это то же самое здание, которое было ранее, просто скипнем его и все. Интересно, а получится мне сквозь окошки пролететь? А, не, ну там у нас стена, сквознячком не получится. Да, просто сбоку обойдем. Облетим в данной ситуации. Да что ж такое? Включайся, чтоб тебя... А, нет, у этого не было задания. Что с тобой такое? Что происходит? Ничего, к сожалению. Электричество снова подается в трансформаторную, но я не могу запустить эту штуку. Похоже, предохранители. Это был мой шанс вернуть ее к жизни. Ты о ком? О своей жене, Меган. Электричество ее оживит. Ты что... Хочешь воскресить свою жену из мертвых? Она снова вернется. Принесет продукты. Мы будем вместе готовить и говорить всю ночь напролет. Но как, если... Если она... Ну... О, как мы будем смеяться. И смотреть фильмы до рассвета. Ладно. Где предохранители? Внизу. Там толпы зараженных. Я пытался их забрать, но... Понял. Сделаю, что смогу. Я дам тебе все ценное, что у меня осталось. Мне важна только моя Меган. Буду ждать в нашей квартире. Она под нами. Так зафиналил. Оно живое было, похоже, задание. Надо было около станции метрополитена генераторы также запускать. То есть, походу, все, что связано с оно живое, это все как раз-таки под тему электричества, да? Ну, давайте, пойдемте запустим здесь все, что только можно. А задача есть. Главное только одно, чтобы не баганулось задание с выбором. А, стоп, я в шкаф зашел, нам не сюда явно. Отойдите, простите. Мне нужно найти вход туда. В переулке, да, скорее всего. Именно здесь, ага. На раз-два разлетаются эти товарищи. Прямо двойняшками даже легли. Ты тут? Я закончил. Попробуй. Подожди, подожди секунду. Да, она жива. Моя Меган жива. Иди, посмотри сам. Серьезно? То есть мы сейчас пойдем смотреть, как дергается труп какой-то дамочки на стуле? Ну, такой себе. Ну, посмотреть, конечно же, надо. Надо было аккуратненько убить, чтобы он этого не задело. Привет, дорогой. Я так рад снова слышать твой голос, Меган. Рифленой картошки не было, так что я купила простую. Ты не против? Конечно же. Не против. Может, посмотрим сегодня что-нибудь? Скоро буду. Пока. Это твоя жена? Да. Моя Меган. Любимая моя Меган. Мы сегодня посмотрим кино вместе. Посоветуешь что-нибудь? Думаю, пусть Меган выбирает. Ты прав. Спасибо тебе за помощь. Я и Меган. Мы очень благодарны. У меня есть ее украшения. Она не часто наряжалась в последнее время. Возьми их, прошу. Спасибо. Рад, что вы снова вместе. Что-то я тупанул. Я думал, как бы он здесь не сидит, а он со ответчиком разговаривает. Нифига себе, я сказал себе. Окей.
Хотя драгоценности, наверное, можно было и не брать. Давайте, наверное, спасем его от этой всей нечисти. О, готово. Дальше. Дальше. Это мы сделали. Испытание понятно. Это мы уже поняли. А тут у нас... Вселенцу. А, у нас здесь это не... А, это испытание прямо друг на друге находится. Сейчас добежим. Спасибо станции метрополитена за это. Легко и непринужденно, но сейчас мы это быстренько сделаем. Черт, я думал, этот пропеллер находится с этой стороны. Ну ладно, здесь тогда его заюзаем. В смысле? О! Территория выживших сразу бросается в глаза, да? То, что здесь есть тросики натянуты по всей территории. Потопаешь, так и полопаешь. Как потопаешь? Думаешь, если сдать город миротворцам, все будут счастливы? Не буду повторять, понятно. Здорово. Враги? В смысле враги? Где враги? Кто-нибудь видел моих детей? Ты враги. А мне их не убить. А, вот. Просто оружие не доставалось. Ты можешь в эту хрень поверить? Могу. У меня плохое предчувствие. Так, мужики, не багуемся. Ага. Я понял. Команда по брейкдансу собрана. Окей. Okay. Главное, чтобы задание у нас здесь было активно. Ты Силенцио? Ну я. Знаком с моим искусством? Так, слегка. Видел афиши Силенцио по всему городу. В жизни ты моложе, чем на портрете. Это все мои маски из бегунов. Или прочая херь из зомбаков. Молот и крут, потому что рифмы мои жгут. Свежее Фрэнка тусовки из их вонючей столовки. Чё-то мне твои рифмы не заходят. Наверное, вирус подпортил твой стиль. Подпортил, но не убил. Я на пике формы. Вот как? Слушай, чел, дай слово, выдам фристайл. Угу. Тогда... О, миротворцы. Это сложнее. В рифму им не в жизнь не попасть. Им только нужны деньги и власть. Мир для них всего лишь уловка. Как неон у Фрэнка в столовке. Круто, а? Давай еще слова. Ладно. Прыгун. Признайся честно, я вижу, тебе интересно. Кто трясется даже от слова прыгун? Фрэнк, бывший ночной бегун. Впрочем, это рифмы и правда не очень. Давай еще слово. Прямо король, рифм и панч. Козел. Козел? Ты серьезно? Че за нах? Понятно. Сдается, Фрэнка ты недолюбливаешь. Да ну, с чего ты взял? Просто имя легко рифмуется. Да ты даже не рифмовал с его именем. Ты его дисил. Рифмы корявые. Корявые? Это ты меня дисишь? Уникального Силенцио! Ты не Силенцио. Рифмуешь ты мелко. Ты не рэпер, а просто подделка. Думаю, ты косил под рэпера, а Фрэнк не дал тебе выступать в закусочной. Но не потому, что я отстой, а потому, что я несовершеннолетний. Конечно, можно сказать, забей и занимайся чем-нибудь полезным, да, обычно говорят, что рэперы фигней страдают. Но нет, я так говорить не буду здесь. Нигде, в принципе. Так повзрослей. Не притворяйся тем, кем не являешься. Фрэнк сразу подобреет, как только прекратишь его обсирать. Я... подумаю об этом. А пока зацени это! Билет на мое последнее выступление, придурок! Я же говорил, что я уникальный Силенцио! Ха! Если у человека есть цель, желание, стремление, не стоит ему ничего там втирать параллельно, мол, из-за того, что тебе это лично не нравится. Пускай пробует, пускай себя ищет, тем более пацан-то молодой.
Ну а мы смотрим, что у нас тут есть еще. Так, это магазины у нас идут. А где у нас задание? Задание. Угу. А задание это у нас, походу, больше и нема, да? А, вот здесь есть. Вас плохо слышно. Слушайте, ну туда можем пройти через электростанцию острова Святого. Кого-то там. Павла. О. Давайте, наверное, поставлю туда метку. 200. А, не, нифига себе, не 200. 400 с лишним метров. Сейчас до туда долетим, сейчас до туда добежим. Не, пацан так нормально. Ему все какой-нибудь Versus Battle устроить. Кстати, было бы прикольно, если бы он устроил его с нашим героем, потому что мы тоже пытались рифмовать на сцене Ольгового глаза, да? Было дело. А вообще фристайл само по себе не такое уж и простое занятие. Чтобы складненько и ладненько было. Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да, забыл совсем, извиняюсь. Я, наверное, здесь пробегусь, чтобы никого тут не особо не задевать и не обижать. Там ребята спят, отдыхают. И мы тут носимся как угорелые. Ой, да кого-то только рядом с нами нету. Ну, все, надо до ночи приходить, это у нас зона ВГМ. Угу. Станция большая здесь. Все, все готовы. Просто без разбора. Слушайте, а рейдеры такие, ребята-то, поинтереснее, в карманах ботинки носят там, или просто, может быть, обувь с них снимаем. Конечно, это такое себе, но сами понимаете. Нам надо сейчас проникнуть как-то внутрь, вон туда. Самый главный теперь вопрос — найти вход. Видел маркер, что подсветил, мол, заход... А, не заход, активация где-то здесь будет? А, ну, в принципе, тут и вход у нас также. Неплохо, неплохо. На шипы. Вот эти прыгуны, конечно, на вышках. Такое себе. Что там было у тебя в кармашках? Ну, всякая фигня. А вход у нас? Вход у нас, по идее, должен где-то быть здесь, да? Вот у нас сама станция. Но двери наверняка закрыты. Может, наверху как-то там можно попасть? Не, ну здесь мы точно не запрыгнем. Это слишком высоко. Вот с этого устройства, с этой конструкции, теоретически, мы на крышу можем залезть. Но я что-то сомневаюсь, что там будет вход. Хотя, смотрите, здесь подсвечен маркер. А, ну-ка. А, ну мы через окна заходим. Ну, конечно, действительно, нафиг нам двери. А, многофункциональные генераторы. 1С. Ну, мы такое сами уже видели, да. Такое видели и делали. Сколько времени? 19 часов. А, ну сейчас будет уже ночь. Ну, как раз-таки здесь мы сами ее и проведем. Это мы забрали. Ищем варианты. Откуда и куда? Единицы вижу, дальше я не могу понять, что это за цифра там. Там цешка, по-моему, горит. Или нет? Двери закрыты, естественно, да? Сейчас посмотрим, что это за цифра. Блин, не видно отсюда. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Это хорошо. Это хорошо, что ты его обнаружила. Это Б горит с этой стороны. Единица здесь. А тут. А теперь самый главный вопрос. А откуда мне тянуть хоть один кабель? А, под водой вижу, кстати, один светится. Ну-ка, а здесь у нас что? Это шкафчик у нас подсвечивается. Нет, это не то. Но мне это нужно. Ну, понятно, что здесь питания не будет. Наверное, мы сейчас тогда активируем
первый рубильник, да? Они что, все под водой? А, он один на все сразу же, ты смотри. Он абсолютно все подключает. Не, с этой стороны надо оборот вот сюда. Слегка застрял я что-то. А, хотя смотрите, вот там тоже зеленый горит, двойка. То есть не один на все. Сейчас бы активирую, начнем отсюда. А, у нас здесь тройка. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Прям где-то рядышком пикает. А, под нами. В толке дырок никаких нету. Трешку. А трешку я могу откуда взять? Значит, это будет последним, наверное, действием у нас. Давайте пробовать в единицу. Отсюда. И вот сюда. А, не дотягивается. Отсюда не смогу дотянуть его. А я могу просто выплыть и подцепиться? Ради интереса, вот здесь. Да, могу. Она, по-моему, выше была, да, у нас? А, открылась. Тьфу, нет, не открыла. Подожди, а где у нас единица-то дверь? Б мы открыли. Слушай, она случайно не снизу здесь? Это А у нас тоже. Тут вторая линия. А, вот там еще далеко красный светится у нас. И здесь у нас еще Б. Надо было, походу, два раза Б открыть. А мы эту дверь не открыли. Питания здесь больше же не будет. Сейчас переделаем. Отсюда забираем. Сюда обратно втыкаем. И под водой тоже активируем. Надо дверь здесь открыть. О. Больше бы, я так полагаю, здесь не будет. Она, наверное... А, хотя, слушай, здесь же ключи не требуются. Так открыли спокойно. О, ничего себе. Только не говорите, что она будет все как-то тоже кабель тащить. Все выключено, все. А здесь у нас что за щитовая? Сэшка. Нифига себе, я сказал себе. И там у нас еще был красный как раз коннектор для С. Угу. Запитываем теперь А. И у нас А получается также в два этажа. Вот здесь первый. И снизу под ней второй. Что у нас тут есть интересного? Здесь у нас выход для второго кабеля. А, слушайте, мы здесь как раз можем подняться. И, наверное, отсюда открыть двери. Надо посмотреть, что там было чуть выше. Если есть возможность тоже открыть, сразу ее используем. А, здесь даже так вот. По сути, открыли, да? Теперь надо единицу мне активировать. И найти для нее вход.
А вообще, наверное... А, слушайте. Сейчас попробуем. Это сюда. Это мы подсоединили, да? Мне просто что-то подсказывает, надо будет через шахту там проплывать. С А или Б отсека. Там, в принципе, наверное, уже особо разницы нету. Давайте сделаем заплыв, посмотрим хотя бы, что там находится. Я почему-то более чем уверен, нас как раз таки вытащит в соседнее помещение за решетку, за окнами, куда мы с вами пробраться не можем. О, у нас там еще и товарищи гуляют. Сразу все заберем. О, мы здесь, походу, можем воздух набрать. Да, чуть-чуть. Воздушный карман был. Конечно, темно. С фонариком просто плывешь. Вообще, по факту, здесь такое достаточно само по себе жуткое местечко. Ага. А вот мы сейчас и сможем открыть себя, да? С этой стороны. Готово. А всплыть мы здесь можем вот тут. Сейчас попробуем дотянуть провод. Должно получиться. А, хотя стоп, подожди, у нас здесь же еще один проход есть. У нас двушка была над первого уровня. Вот здесь. Да, вот она. Но нам хватает кабеля. Вторую подрубили. Теперь трешку надо найти. Так, пока используем ингалятор. А трешка у нас вон там осталась. Пойдемте пробовать. Ее надо захватить, наверное, на уровень ниже, по идее. Тем более там стрелочка была. Поэтому как... Вероятность именно там, и, наверное, должен у нас быть проход. Вот здесь, да? Мы оттуда с вами приплыли. А вот здесь еще есть у нас одна территория. Там либо должен быть выход через... А, здесь нету трешки, ты посмотри. Тогда где-то я трешку пропустил. Странно. Ладно, надо выплывать отсюда. Выплывать и посмотреть. Это у нас коннектор. А сама трешка-то где находится? Что-то я все оббегал, в упор ее не вижу. Сейчас с той стороны поплавать, может там что найдем. Вон трешка. Она заперта с той стороны. Угу. То есть должен быть где-то заход на ту территорию. Тут варианты надо, значит, смотреть либо через Б, пробовать заходить. Вот здесь у нас пусто. Либо через А, дальнюю шахту. Сейчас будем пробовать. А, вот она, да, вот этот проход. Сейчас как раз таки окажемся прямо напротив с той стороны. А, мы здесь цель открыли. Да, тут нет питания. И еще одна. Там что, дверь? А, у нас там заперто все. Угу.
Мы ее получили. Нам должно хватить. Есть. Сразу откроем все двери. И, наверное, откроем вот эти кнопки. Точнее, откроем эти двери с помощью кнопок, чтобы можно было забрать там весь лут. Правда, не так много, но все равно. Трешку теперь забираем. Раз мы открыли с помощью С ворота. И просто тянем. Ага, как раз таки хватает. Ну все, вроде все активировали, все запитали. Теперь вызываем лифт и... да, но его вызвать надо, он уже сам приехал. И отдаем кому? Конечно же, миротворцам, чтобы у нас было больше интересных бонусов, да? Тем более, тут уже по факту не имеет никакого значения, кому отдавать, миротворцам или выжившим. Это такое уже... Я так полагаю, на сюжет никак не будет влиять. Ну а краски эти будут теперь бочки с шипами. Плюс одна территория, плюс у нас миротворцы, бойцы теперь здесь есть. И самое главное, конечно же, это для нас маг... Стопудово. Не он, а мы. Вот это, да, это более вероятно. И надеюсь, ты продаешь вещи. Во. Сейчас все у тебя тут скупим. И перья, и клей, и смолу, и обработки, и банки, вообще все, что только можно. Все, забираем, оружку мы скидываем. Пока по броньке оставлю себе то, что было. Готово. Говорил же, что ты сорвешь джекпот, гражданин. Смотрим дальше, что у нас с вами тут есть по заданию. Территорию открыли. А, кстати, здесь есть центр разработки генной модификации, да? Можем заодно ее быстренько, наверное, забрать. А, стоп, это эту штуку надо проходить. Не. Лаборатории эти идентичные не хочу. Вот сюда тогда двигаем. Вас плохо слышно. А мы тут... А, у нас кровать сестра. Ну ладно, я думаю, по дороге как раз сейчас уже 6 утра. Нет смысла ради часа пропускать. Быстрее добежим и как раз к моменту рассвета. О, слушайте, а этого мы можем забрать, товарищи. Раз уж мы здесь... Вот работа. Не, ну арбалет, конечно, это творит чудеса. Внимание! Вы вошли в зону обработки этого сектора. Всему медперсоналу необходимо предъявлять действующий пропуск и соблюдать... Лута столько, что уже его просто некуда класть. Да и столько уже не нужно. То поначалу, как угорелые там, да, все забирали. А сейчас так, ну, более-менее выборочно. А где контейнер? А, вижу. Да, вот здесь у нас находится. Ну, это можно забрать, это несложно. Плохо только, что разработчики, к сожалению, все лаборатории сделали под копирку. Там плюс-минус какие-то, может, пару комнат меняется. Хотя на самом-то деле не так сложно их было бы
сделать чуть более разнообразно, хотя бы под каждый район свой. Что там у нас по улучшениям? Давайте, наверное, потратим на здоровье. Выносливости у нас и так много. О, у нас здесь эти задания сгорелось. Ведунья называется. Давайте-ка с ним пообщаемся. Говорят, ты пилигрим. Да. С той стороны, что ли? О, у нас здесь продавцы еще есть. А что продаете? Лекарства, наверное, небось. О, у них здесь есть и мед, и железо. Забираем. Перьев нету. Купить все. Ну, продать нечего. Приветствую, незнакомец. Что это за место? Я изготавливаю и продаю все. От целебных эликсиров до защитных амулетов. А, людей дуришь? Не смей оскорблять ведунью. О, неужели? Не слушай Корвуса. Он слишком заботлив. Не расскажешь о своих так называемых эликсирах? Судя по содержимому банок, кто-то раскапывает могилы. Это ингредиенты. Редкие и сильно действующие. Я соединяю их, чтобы творить чудеса. Некоторые испускают запах, который привлекает зараженных. Другие, феромоны, могут заставить большинство зараженных бежать прочь. А третьи одарят силой огня, и каждый твой удар будет сжечь врагов. Я даже немного заинтригован. Расскажи мне об эликсирах. Я продаю все. От мазей для лечения самых тяжелых ран до зелий, исцеляющих недуги. Или, может, тебя заинтересует усилитель потенции? Тут я пас. Я хочу попробовать что-нибудь из этих штук. Ты будешь в восторге. Мои эликсиры стоят своих денег. Ты изготавливаешь их из чудовищ? Частично. Некоторые редкие существа производят гормоны с особенно сильными свойствами. Комбинируя их с травами и другими компонентами, я могу создавать как оружие, так и целебные отвары. У меня заканчиваются некоторые ингредиенты, и мне пригодилась бы помощь. Не хочешь поохотиться? А чё парнишку не отправишь? Я не мальчик на побегушках. Тихо, Корвус. Вот поэтому у нас так мало ингредиентов и покупателей. Ты отпугиваешь людей. Я не боюсь чудовищ, как и пацана. Значит, договорились. Если будешь охотиться, я куплю все, что ты мне принесешь. Она хочет, походу, покупать трофеи, да? Что тебе нужно? Мозг редкого разрушителя. А, нет. В нем особый фермент. Как ты вообще об этом узнала? Ответ на этот вопрос может свести с ума даже такого крепкого и жизнерадостного человека, как ты. Да. Ладно, где искать? Разрушитель значительно крупнее своих собратьев. Его видели в парке неподалеку. Принеси его голову, и я хорошо заплачу. Голова разрушителя. Принято. Здесь прям полноценный орган надо, получается, притащить. Я-то думал, это все будет, ну, как бы, прикрыто ширмочкой тех же самых трофеев, ну, вот этих значков, которые мы сами собираем. А здесь все посерьезней. Ведунья забираем. Где он там? 209 метров. Сейчас доберем его. Единственная у нас проблема. У нас есть болты-то вообще под изготовление. У нас с вами были вот эти. Давайте сделаем максимум 20 штук. А на обычных у нас еще десяток есть. Ну там, да, без использования грузов. Друндулетыч, а точнее разрушитель, я рядышком. 50 метров, вижу кладбище, да. На всякий случай возьму-ка я молотов. А, вон он стоит. Ни хрена не разрушитель. Хотя крепкий малый, ты смотри, по урону-то, да? Да.
да, 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 сильный, страшный. Да, 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 да. А вот так тебе как? И еще разочек. Покажи, повтори, не понял. Сейчас полутаемся. Ну, трофей, да, ну, в общем, все это в жетоны превращается. Я думал, будет мало ли, как это прям полноценной силой, там, башки его, но не. Все упрощено. Хотя даже странно, да, в такой жесткой игре упростили такой вот момент. Можно возвращаться. А мы пролезем здесь? Угу. Прямо туман такой, вы посмотрите, красота какая. Есть кое-что. И что же? Я нашел эту тварь. Твои сведения подтвердились. Здоровенная. Из этого можно получить очень много фермента. А для чего он нужен? Не задавай вопросов. Тебя должна интересовать лишь плата. И то верно. Я же не врач. Отлично. Забирай награду. До следующей удачной охоты. Прям такая, знаете, своеобразная версия Софии Германа, только говорящей. Чем тебе помочь, ведунья? Мне поступил крупный заказ. Снабженцам необходим запас лекарств. Мне нужно, чтобы ты поймал в ловушку несколько зараженных. Поймал? Не убил? Как это сделать? Привет, это наше изобретение, я все объясню. На месте ты обнаружишь самодельный контейнер. Все, что нужно, заманить кусак в него. Когда они будут внутри, выскакивай наружу, пока не схватили. И попутно дерни за рычаг. Сила тяжести сделает все остальное. Двери с обеих сторон опустятся и запрут уродов. Это опасно. Если вы установили капканы, зачем вам я? Мы собираемся поймать добычу покрупнее. Ведунья уверяет, что ты справишься. Не волнуйся, мы тоже внесем свой вклад в дело. Если ты все сделаешь правильно, то сверху начнет поступать газ. Он заполнит контейнер, как только захлопнутся двери, и уродцы увидят сны, если они вообще у них бывают. Как я заберу образцы, если они будут заперты внутри? Вот тут в дело вступаем мы. После того, как ты поймаешь кусак, твоя работа закончится. Мы придем позже и заберем то, что нужно ведунье. Хорошо. Меня устраивает. Отлично. Эти лекарства спасут множество жизней, когда это будет необходимо. Ловушки расставлены на острове с маяком. Будь осторожен. Справлюсь. Ой, да где мы только не были? Чего мы такого уже не сделали? Уж думаю, с ловушками побыть как приманочка явно у нас получится. Сколько надо бежать? 160 метров. Это все рядом, да, у нас находит? Стоп, там можно было забрать что-то? Ну, давайте, раз уж. О, металлолом. Раз уж мы здесь. И опять бежим туда же. Здорово, народ. Я тут к вашим соседям решил заглянуть. Ну и где этот контейнер? Ага, вижу. О, они тут, походу, сидят уже, да? Что-то здоровяк есть. А где рычаг, самое главное? Это кнопка, что ли? Come on. Ну, правда, нам не ты нужен. Нам кусаки нужны. Так что давай-ка, наверное, тогда с тобой разберусь. Сейчас попасу. Ты не умер? А, умер. Вот, раз, два. Встаньте, детки, встаньте в круг. Вот, давай, иди ко мне. Я найду тебе, подруг. Ё-моё, что-то, слушай, не особо они хотят идти. А может быть, вас в группу собрать, а, товарищи? Товарищи тунеядцы и безработные. Come on, come on, come on, come on, come on. В группу собираемся. Во, отлично. Вы моя прелесть. Так, ты слишком быстрый, успокойся.
Отдохни чуть-чуть. Внутри. Раз, два, три, четыре. Поехали. Хреновато им там, походу, да? А у нас тут есть что-то на этой территории? Пусто. Возвращаемся. Ой, здесь колючка. Интересно, предложит нам сейчас еще чем-нибудь себя. Да, я пилигрим. Чем-нибудь себя занять или все, задание я закончилось? Я заманил кусак в ловушке. Как все прошло? Гладко. Хитроумные ловушки. Да, они полезны, когда изготавливаю большие партии лекарств. Ты хорошо поработал. Вот твои премиальные. Еще что-то есть? Есть новые заказы. У меня закончился важный ингредиент для снадобья от ожогов. Нужная вещь. Очень важный. Мне нужна ткань бегуна, но обычно бегун не подойдет. К счастью, неподалеку как раз видели подходящего. Совпадение. Они любят передвигаться по крышам. Будь осторожен. Ясно. Нам нужен, походу, будет арбалет. Раз он у нас такой будет шустренький, товарищ, да? Сейчас найдем, сейчас поймаем. С какой стороны нас находится? Где-то вон там, да? А варианты у нас туда попасть только разве что... А, слушайте, а мы здесь, наверное, разоберемся, чтобы сразу же в бой ворваться. Слушай, я там видел, провода были. Вот тут где-то они были. А, хотя они даже не понадобятся, мы здесь так и так можем перепрыгнуть. И? Что-то просто обыскать? А может, надо ночью было прийти? Ну, потому что пока что... Да, пока что его нет. Сейчас к ней вернемся. Пропустим время, вернемся ночью сюда. А, хотя подожди, стоп, надо найти следы. А раньше не могло загореться это? Походу нам ночью-то не потребуется, во. Вниз, наверное, все пошло, да? Ну? Не, все равно, слушайте, наверху. Это выход. А что следы-то? А, он наоборот в другую сторону пошел, да? Что-то я не вижу их, запутался. Вот они. Не, я что-то, я слепой или я слепой, я вообще не понимаю. Ну, последний след, вот он здесь. А, их исследовать надо. Вот, теперь они активны, да, вижу, подсвечиваются. Ага. Да, наверное, все-таки надо было это ночью делать, потому что хотя бы они не сливались так. Ага, по стенке он ползет вам. Вот сюда потом. Кстати, сквозь стены было хорошо видно. Такой легкий чит прямо игровой. Ну-ка, там у нас что? Храм. Ладно, с ним потом уже разберемся, с этим храмом. Ну-ка, если посмотрим на карте. Угу. Там, скорее всего, аэродроп будет, раз там парашют. Не,
Не видел тут особенного этого бегуна. Ага, вижу. Здорово, народ. Хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. Чего ждать? Ну давай, где взгляд? А он что, спрыгнул отсюда? У меня плохое предчувствие. Слушай, ну походу да. Чё-то не так. Вот он здесь, наверное. То, о чем я думаю? Да. Как тебе нужно? Ты руби. Я тебя вижу, уёбок. Сюрприз, уёбок. Да, и для вас сюрприз. Ты вышел отсюда. Не будет мучиться, дорежем его. Смотри, все равно сопротивляется. Ты смотри, что творит. Да, сейчас подожди, сейчас прибежим, если успеем. Вот он. Это есть. Мужиков надо облутать, потому что по-любому карманы у них не пустые, в отличие от зомбаков. А значит, нам в этом будет хороший профит. Где сообщение? Сообщение 1. Получено 2 октября 2023 года в 21 час 01 минуту. Сандра? У тебя тоже электричество мигает. Приходится говорить с тобой по рации на батарейках. Чисто каменный век. Я понимаю, что солнечные панели от Dynamo Motors много энергии не дают, но, блин, зима ведь близко, вот тогда уже будет хреново. Короче, встретимся сегодня вечером за больницей Святого Иосифа, как обычно. Все, мне пора. Старик опять чего-то хочет. Пока, малыш. Возвращаемся. Прям рядышком это все было. Все хорошо, день, светло, комфортно. У нас есть кое-что общее. Вот образцы ткани, как ты просила. Превосходное состояние. Будто хирург поработал. Будучи пилигримом, мне приходилось свежевать зверей. Оно и видно. Вот и заслуженное вознаграждение. У тебя еще задание есть? Ингредиенты не закончились? Заканчиваются. Подожди минутку. Возьми эту мазь и в полнолуние вотри ее в руки мужа. К следующему полнолунию его недуг должен пройти. Спасибо, ведунья. В полнолуние? Без обид, но это звучит как сказочная чушь. А ночью на улице опасно. Послушай. Тихо, Корвус. Угрозами насилия не снять оковы с разума. При чем тут оковы разума? Я о людях беспокоюсь. Полная луна хорошо видна и через окно. Этого вполне достаточно. Так ты охотиться будешь? Есть тут одна редкая тварь. Принеси мне ее селезенку и печень. И только селезенку и печень. И как ее опознать? Не волнуйся. Когда увидишь, сразу ее опознаешь. Угу. И она точно будет не одна. Ну, пойдем. Пойдем посмотрим. А, во-первых, нам нужна койка. Убейте бешеную громилу. Ты еще не нашел свое место? Может, надо ночью сделать, да? Сразу сделаем. Ночной переход. Хотя, вроде как, задания этого не было сказано. Она сама просто там говорила, что... Это на тетке другой рассказывала, походу, да?
У нас есть кое-что общее. Сейчас, подождите. Но вернемся я... обратно в утро. А так, новый день, прям как день сурка. Бегаю просто в калашматим зомбаков. Интересно, сколько у него вообще суммарно заданий? Ну, надо доделать. Чтобы... 400 метров? А может быть, два на метрошечке, не? А метрошечки поблизости бы-то и нету. Хотя вот отсюда мы теоретически можем добежать. Будет надо даже быстрее. У нас стрелы есть. Возможность хоть какие-то сделать. 10 штук только вот этих, а вот эти... К сожалению, грузы закончились. Ну ладно, делаем обычные. И нам надо, наверное, лук где-то было бы намутить, как для некой подстраховки, да? Когда заканчивается арбалет, хотя он так долго тетиву сразу натягивает. Но это лучше, чем ничего. Так, он забрался на верхушечку и сидишь там, напихиваешь эти стрелы. Жаль, только почти не... Я так полагаю, это как раз, наверное, будет около какой-нибудь, наверное, такой вот военной базы, башни, какой-нибудь поста. Чисто, которые охраняют танки, здоровяки. Мы с вами уже пару раз встречали и даже раскидывали. Сейчас удостоверимся. А, ну слушайте, не 100 метров-то дальше. Это не танковая вот эта дивизия. Мы здесь сами цветы собирали на том месте. По заданию. Вот он, я вижу его. Да не такой уж он и здоровый, кстати говоря. Может, он и бешеный, но не такой уж и здоровый. Так, это пока сюда, а это туда. Сейчас по максимуму раскидаем, того успокоим. Нифига, он отсюда пробивает сквозь. Точно законно. Ну, походу, нам надо будет в ближний бой идти. У нас здесь что-то там оставалось, да? 11 штук. Ну, такой крепкий малый. Ой. Что, я взял не то оружие, какое я хотел. Слушай, охренеть, он крепкий. У меня не получилось увернуться, он уперся в бордюрчик этот. Черт, а, надо хил лучше заюзать. Ва-банка, блин. На, блин. Да, здоровый чел, просто здоровый. Получили трофей, возвращаемся. Ага, нам туда. А мы сейчас попробуем вот так вот, аккуратненько, без всяких метрополитенов. Просто пролететь. Главное, мансить. О-о-о, вот это было. Это было реально по-царски. Хороший пролет был. Чуть повыше, чтобы можно было ножками не задеть. Иначе резко остановимся. Сколько там еще? 200 метров лететь? Но выносливости нам пока хватает. Прямо, наверное, до самого финала долететь. Не игры, а в смысле задания. О, о-о-о-о, нам сюда. Отлично. Ну так уже, да. Скилл, конечно, чуть-чуть подрос. Ну так, самопохвала. Говорят, ты еще не нашел свое место. Вот органы, которые ты просила. Уверен, что это та самая тварь? 100%. Ошибиться было довольно сложно, но... Ведь это ты, ведунья? Вот ты мне и скажи. Да, я уже вижу, ты не ошибся. Интересно, не встречалось ли тебе и другое существо, о котором я слышала? Походу, будет еще задание. Вот твоя награда.
Пока поручений нет. Ты отлично потрудился. И, надеюсь, скоро для тебя будет еще работа. Спасибо. А что насчет Корвуса? Вы странно смотритесь вместе. Корвус спас мне жизнь. Он спас меня от ограбления. И с тех пор стал моим защитником. Хм, ясно. Я думал, тут бесконечные задания будут. А, все равно еще есть задания. Они, походу, реально бесконечные. Ну, давайте. Сейчас ничего не нужно. А, да? Я с тобой свяжусь. Понял, принял. Тогда А, у нас здесь даже задания все пропали. Понял. Дальше. Наверное, было бы неплохо. Неизвестное место у нас вот здесь еще. Ну, давайте, наверное, да, пойдем сюда. Вас плохо слышно. 6-й уровень. Посмотрим, что нас там будет ждать. У нас есть кое-что общее. Это нам бежать с вами аж целых... Ой, 300 метров. Одно здесь знак вопроса еще есть рядышком. Да, прям по колючке. С той стороны надо посмотреть. Ну, там, наверное, какая-то комната будет. Для лутания, да? Да, это какой-то... Какое-то помещение. Ночное пространство. Это что, темное пространство, ночное задание. Извините, простите. О. Слушайте, эту штуку было бы неплохо проверить, но, к сожалению, никого вообще здесь поблизости нету. Не буду же я ловушку просто так. Ну, хотя давайте просто так ее запустим. А ты раньше не мог выйти, товарищ, блин? Алло-малё. Ну, смысл понятен, да. Это жестко, она будет во всех переулках, наверное, находиться. О. Продавцы. Звенел в ушах. Это в твоем-то возрасте. Тебе иногда не кажется, что они так громко стучат лопатами. О. Нужен металл. Мало. Очень мало. Ну, сейчас посмотрим, что мы там можем сделать. Хотя бы штучек 10 выйдет. 20-ка даже выходит. Берем. Может, стоит поговорить об этом с кем-нибудь? Перезарядить бы сразу еще было бы неплохо. А, ну это прямо к станции, да? Мы сейчас летим к церкви. Спокойно, да. Мэм. Я миротвор. Послушай, незачем так орать. Я же рядом. Да. С каким таким отрядом? Что? Я сказал, на меня не кричать. Почему я должен молчать, пилигрим? Что? О чем ты говоришь? Перестань на меня орать. О, прости. Я немного глуховат. Теперь понятно. Я Пит. Я должен проникнуть в лагерь ренегатов. Я на задании. Его мне дал сам Джек. Если спасу похищенную выжившую, меня примут в миротворцы. Но я боюсь. Я не удивлен. Теперь об этих ренегатах. Нет, я их боюсь из-за своего слуха. Я что-нибудь недослышу и облажаюсь. Мне уже дали леща, снабженцы. Я управлял автопогрузчиком и не услышал, как начали кричать. Ну... Короче говоря, я уронил на кого-то груз. И ты его... Ой. Миротворцы знают, что у тебя плохой слух? Миротворцы знают, что я плохо слышу и хотят поручить мне канцелярскую работу. Ага, мне надо к старому мосту в конце Ловердамейр. Сходи туда вместо меня. Мне это нужно. В долгу не останусь. Я подумаю. Спасибо, чувак. Заключенная, говорят, симпатичная, заперта в сарае рядом с флагштоком. Буду ждать тебя на ветряке за рекой. Он сказал, я подумаю, а он говорит, окей, спасибо сразу же. Ну давайте, ладно, что других вариантов все равно уже нету. Сколько нам дошло? 300 метров. Сейчас добежим.
Или долетим. Вот так вот, чуть повыше. Что-то мне подсказывает, 300 метров, это она будет далековато. Хотя, слушайте, не так, понемножечку, по чуть-чуть поднимается. А вот здесь мы можем точку открыть. Это вроде как открыто уже, да? Они там сами взорвали, слышите, да, диалоги? Сами все бахнули. А теперь офигевают. Закончим с этим прямо сейчас. Выходи, никто не пострадает. Думаешь, самый умный, да? Почему мы этого хибаната никак не найдем? Закончим с этим прямо. А у нас здесь, кроме контейнера, здесь еще знак вопроса. Ну, тоже, наверное, будет ночная какая-нибудь вылазка. Ну да. Надеюсь, Джек Мэтт разберется с погаными ренегатами. А вот мы сможем, интересно, оттуда долететь? От меня осталось лишь имя на мемориале. Пилигрим, мы засекли особенных в нашем районе. Будь начеку. Окей. Мы пробуем. Что-то не подсказывает, это очень плохая была затея. А, не, нормально, нормально, нормально. Прямо здесь. О, здесь зона у нас заражения. Здесь у нас еще и лагерь идет. Это мы где вообще находимся на карте-то хоть? Прям в самом углу, да? Ну давайте посмотрим. Это лом сразу заберем, конечно же. Нам надо будет попасть в тот дом. А, хотя смотрите, у нас здесь еще есть, походу, какой-то переход. Либо, может, где-то под землей он. Но нет, не здесь. Явно не здесь. Зона какие-то заражения здесь. Жесткая идет, причем. Очень жесткая. Надо нас с ингалятора взять, подготовить. Угу. Какие мысли? Думаю, надо пробовать вот здесь заходить. Тут, тем более, есть мостик сразу же. По нему попробуем пройти. Окажемся на той стороне и заодно раскидаем, если вдруг тут у нас есть из противников. Но здесь база. Здесь прям полноценная база. Что это было? А, перезарядиться забыл. Извини, 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 извини. Маску-то сбили. А дальше нет. Не вижу лучников. А, теперь вижу. Не попал. Сейчас со всеми разберемся. Заодно зачистим территорию. А, он не упал никак. А, упал все-таки. Я думал, надо будет здесь до последнего держаться. Как вовремя, да? У нас ровно два болта было. Что тут прячете? Металлолом это надо, металлолом мы любим. Ну, тут надо, да, ликвидируйте лейтенантов, надо убить главарей, боссов данной территории. И захватим себе полностью эту точку. Главное лучников успевать раскидывать. Где лейтенант? А, вот вижу первый. Все, закончилось оружие у нас. Иди сюда, блин. Быстро разделались. Там у вас было? Нет, тут надо подлутать. Однозначно надо всю территорию изучить, потому что на таких локациях очень много хлама. А он нам сейчас очень прямо нужен.
Пошел отсюда. Я тебя пока залез. Успеем? Не, не успеем. Ну мы тут, знаете, просто как терминатор себя сейчас чувствую, вот ей-богу. Шурую максимально без остановок. Капи тоже заберем, сейчас кому-нибудь его отправим в гости. Блин, он все время выбрасывает его. Тут есть хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь? А, вижу. Вот в этого мы отправим его. Сейчас бы сами здесь все заберем, пока они идут сюда. Пусто. Не буду с тобой тогда сюсюкаться. Не, какие сдаешься, ты же, я только начал. А, вот он. Вот это здоровяк. Ой. Он умер? Да, он умер. Это хорошо. Я думал, придется за ним туда вниз спускаться. А где все-то? Нет, он, походу, нифига не умер. Он, походу, еще жив, да? Нет, он умер, вон он валяется. Может, это кто-то еще был тут один? Сейчас попробуем найти. Хлама, конечно, здесь вообще офигеть сколько. Тут есть. А, еще промазал, хотел на шипы его закинуть туда. Сидят. Ну, естественно, на вышке прям за нами. Нам, знаете, что надо сделать? На всякий случай, пока я помню, а то всякое может произойти. Надо снять модификацию. Вот эту. Поставим обратно вот эту. О, 210. О, бэкнули. Еще по комнатам. У нас вот здесь еще можно посмотреть, да? Только дверь, 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 дверь. У нас... А, есть. Так вот сделаем. Сейчас, 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 подожди. Я вижу. Спасибо. Я Генриетта. Эйден, уходи. Встретимся на ветряке за рекой. Хорошо. Угу. Ликвидируйте. Ну, походу, зря я его выбросил туда, да? Потому что здесь больше лейтенантов нет. А, вон он гуляет, смотри. Я-то думал, все, тю-тю а-ля комедия, думал уже, мы не сможем, а, так, как бы мне поступить, я тут не допрыгнул, просто физически, скорее, хотя, отсюда туда нормально. Просто тараном отработали его. Ой-ой-ой-ой-ой, хрю-хрю-хрю, блин, я лечу. По-дурацки получилось, ой, по-дурацки получилось. Но ничего страшного, сейчас я ее заберу обратно. Мы же по факту там всех убили, или надо заново лейтенанта будет раскидывать? Очень вопрос. Но надеюсь, что нет. Да, создать такую безопасную зону. Но они тут есть. Лейтенантов, правда, уже не надо убивать. Надо просто активировать кнопку. Вот это будет сейчас лютый замес, представляете? Потому что у нас сейчас здесь появится резко, по идее, должна будет резко появиться миротворца. Это будет жестко, это реально будет жестко.
Но сперва надо гавриков этих раскидать, чтобы мне не мешали крутить велосипедные эти педали. Что они, походу, решили сеть обрежать, да? Не дают прокрутить. Это было жестко. Я хочу просто ради интереса, получится вызвать, нет? Чтобы наши подошли. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не успел. Не получается. Мешают. Гори. Не гори, ты смотри. Я тебя прикончу. Хотел какое-нибудь красивое фаталити сделать, но нет. А где лучник был? А, вон он. Выглядишь как дело. Угу. А вот теперь можно покрутить этот велосипед. Банхаммер. Достижение получено. Плюс навыки боя. Одно очко. Ну, тратим его куда-нибудь. Ну, сброс с уступа. Вдруг когда-нибудь где-нибудь там это может пригодиться. Только разве что его отсюда сбросить. Где торговцы? Сразу дайте мне маркер. Не говори. Где магазин? Мне тоже не здоровье. Неужели здесь нету точки сбыта? Я прям удивлен. Спасибо. А если на карту посмотреть? Угу, здесь нет торговли. Окей, эту точку мы сами открыли. Здесь у нас это все какие-то утраченные земли, я так полагаю, по сюжету пойдут, наверное, да? Дальше мы как раз, наверное, сюда именно отправимся, раз у нас здесь как раз-таки переезд. А по поводу заданий, ну, мы с вами выполнили все, ну, кроме испытаний, которые, в принципе-то... А, ну, клуб книголюбов тоже у нас пропуск. Единственное, что здесь можно еще посмотреть, что тут находится. Добраться. Это где у нас находится? А, это 400 метров отсюда. Надо, наверное, какую-нибудь вышку забраться. И оттуда мы сейчас... Хотя, не. Мне этой высоты должно хватить. Сейчас ножки повыше поднимем и долетим. Слушайте, да, удачно. То есть, получается, в следующей серии у нас будет финал. Мы отправляемся в эпилог. Будем его выполнять. Посмотрим, как у нас уже будут разворачиваться финальные события. Выносливость заканчивается, черт. Я бы мог бы так лететь и лететь до бесконечности. Пониже немножко приземлимся, чтобы совсем уж ноги не отбивать себе. Вот так вот. Ну, неплохо, неплохо прошли. Тут есть что полезное? У вас одно новое сообщение. Сообщение 1. Получено 28 мая 2022 года в 14 часов 58 минут. Эндрю, тут пришли какие-то солдаты, говорят, эвакуация. Людей из домов выгоняют, если попросту. Мол, там зараза какая-то, вирус. Или бог его знает что. Что мне сделает вирус, если я одна дома сижу? Что за бред такой? У меня целый чулан солений, варенья, картошки два ящика. Я никуда не пойду. Я в этом доме родилась, я здесь живу уже 80 лет, здесь я и умру. Никто меня... Подожди-ка, тут какой-то солдатик лезет как к себе домой. Миссис Хлебицкая? Куда ты в обуви прешь? С
подними и поставь на коврик. Миссис Хлебинская, вам надо пойти с нами. Пожалуйста, соберите вещи. Иди к черту! Будет мне еще какой-то сопляк в моем доме указывать. Нам придется применить силу. Силу? Сейчас я тебе трусью, когда почувствую силу. Прикольно. Ну да, бабульки, они такие, сами понимаете, их отсюда фиг выселишь. Они тут до последнего. Ну, с одной стороны, конечно, они правы, я даже понимаю, но... Но здесь немножечко шел разговор уже. Ты смотри, труп пытается достать. Ты серьезно? Ну, не будем его спускать нафиг, не хочу, чтобы его тут обглодали. Пускай лучше он спокойно висит, чем тут его буду пожирать постоянно. Значит, здесь у нас метро, переход дополнительный есть. А здесь у нас... Ну, там у нас будет дом. Новое место, ветряк. Там еще и мина. На самом деле, в последнюю секунду уже ее увидел. Сейчас мы заберемся, посмотрим, что там с ветряком у нас. Он в охране или нет? Да, он в охране. Готов? Топ. Ой, как вовремя отработал, а? А, брата не пробивает, ты смотри. Брата вообще не пробивает. Больше никого нету. Видите? Угу. Ну, пока очень интересно, но ничего не понятно, как туда забраться. Не, мне тут это слишком высоко. Он стоит или висит? А, он стоит. Может, надо генератор выключить, чтобы... Ну, генератор... На свет влияет. Наверное, было бы самый классный вариант, это просто с этого здания спокойно на верхушку залететь. Был бы, наверное, мега классный вариант. А либо мы можем, знаете, как с вами поступить? Я, наверное, не смогу. Не, не получится. А если где-то по этой штуке забраться попробовать? Тоже не вариант. Он просто не может зацепиться никак за нее. Вообще ни в какую. Ему что-то мешает. Только вот что. Ну, груз, если мы уберем, навряд ли он свалится, да? Что, можно попробовать? А, хотя подождите, стоп, а мы можем же... Вот так вот сделать. Не, не можем. А если в самый потолок? Не. Блин, вот я туплю. Жестко, че, причем. Я настолько уже привык в этой игре сам себе усложнять все. Что прямо бывает даже очевидных вещей не замечаю. А вот здесь самое интересное сейчас будет. А, мы, наверное, отсюда туда, отсюда туда и будем подпрыгивать. Или нет? Ну, по идее, наверное, все-таки да. О. Отлично. Не-не-не, это перелет. Хотя здесь бумага летает на самом деле. Скорее всего. Да что такое? Скорее всего, здесь можно было бы, наверное, попробовать воспользоваться парапланом. Но я думаю, навряд ли бы здесь нас подбросило. Слишком маленький порыв ветра. А, это не бумага, это листья, бумага, все подряд. Пожалуйста, пожалуйста. О, отлично. И вот сюда мне надо... О, боже. С какого-то 5000 миллиардного раза я все-таки забрался сюда. Плюс ветряк. Дон Кихот ачивка. Открылись все ветряки. Угу.
Ой, какой в воздухе висит. Примерно как я также паркурил сейчас. Рубит этот, пилит, точнее, доску, на которой сидит. Правильно, что так и надо, конечно. Классный форт, прям классный. На крыше мощный, здоровый. Ветряк готов, у нас здесь есть продавцы? Так, у нас здесь продавец отсутствует, да? А по заданиям все, неизвестное место, но это какой-то, наверное, ночной лаз будет, как всегда, и все. А, у нас еще белый кристалл, какое-то задание здесь есть, топ. А знаете, как мы сделаем? Да, наверное, с кинометро. Ветряк Кедр. Ну, мы сейчас в центре карты находимся, быстренько добежим. Это получается у нас последнее задание из доступных побочек. И следующая серия, как и планировали, уходим уже в финал в основу. Что? Что случилось? Ты серьезно? Тут много чего произошло сейчас, дружище. Очень много всего. Вот сюда. Здорово. Что-то не так? Нет, нет. Сам с собой разговариваю. Да, конечно. Как скажешь. Просто ничего нельзя сделать. Их слишком много. Кого много? Ренегатов, дегенератов. Полгода назад они похитили моего сына Рука и заставили делать для них наркотики. До эпидемии я преподавал им химию в школе. Даже оставил одного на второй год. А что с твоим сыном? Он у них в заложниках. Запоздаю с поставкой очередной партии. Его убьют. Этим бандитам нужно преподать урок. Но их там целая шайка. И хуже бывало. Терпеть не могу, когда похищают детей. Ты поможешь? Попытаюсь. Где держит Рука? В военном здании. С видом на канал к югу от Muddy Grounds. Рядом с Calvert Island. Вход с бульвара Святого Павла. Рядом с разбитым автовозом. Угу. Будь осторожен. Как-то я пошел туда, пытался освободить сына. Меня поймали. А потом принесли отрезанный палец Рука. Пока эти бандиты живы, они ни за что нас не оставят. Буду осторожен. Я пойду с тобой и буду ждать снаружи. Как тебя зовут? Эйден. Спасибо, Эйден. Угу. Ну, как в наказании, да, чтобы лишний раз он не ходил. Я полгода не могу замкнуть глаз. Белые кристаллы, погнали. Что они там делают с моим сыном? Ой, какой хороший парфетр мы поймали. Ой, какой потрясающий. Прямо подбросил нас мама не горюй. Главное сейчас, чтобы над этим каналом у нас энергия не кончилась. Хотя не, без ускорения нормально залетаю. Прямо, говорится, тютелька в тютельку. Так, убейте ингатов, найдите химикаты. Там кто-нибудь есть? Да. Может, в ящиках? Хотя навряд ли. Часы забрали. Ну, нам лут, по факту, уже особо-то и не нужен. Только разве что металл чуть-чуть забрать. Угу, так. Ну, этих гавриков-то мы раскидали. А дальше нам? Наверное, где-то в потолке должна быть дырка. Либо, может быть, лифт какой-то у нас тут нерабочий. А, ну вот. Либо, наоборот, рабочий, да? Хм.
Заперто со стороны. Логично. Удивленный такой малый. Что за херь? Этот уебок оставил нам. Хорошо зашли вообще, кстати, в эту квартирку-то, да, в эту территорию. На раз-два всех раскидали. О, катана. Грязная катана. А что у нас по нему по урону? Ради интереса, давайте глянем. 163. Даже, нет, не даже больше. Даже меньше, чем нужно. Ну ладно, пускай будет все равно. Но, смолчайте, пока все равно комфортнее играть. Она прям топовая. Рубит, режет и кромсает. Дайте мне металл, хотя бы 20 болтов бы сделать, чтобы можно было в финал выйти. Вот здесь все. А, тут еще сейф есть. Первые отмычки. Сразу же открыли. Получили кошель. Он там сидит наверху. Но сперва. Угу. Все получили. У нас молотовых огромное количество. Раньше прямо был жесткий дефицит с ним. Сейчас навалом. Как ты? Я... Знаешь... Да. Тебе вкололи эту дрянь. Кто ты? Эйден, я твоего отца. Отец? А, папа. Все хорошо, я отведу к нему. Нет. Что? Ты мне не нужен, папа. Никто не нужен. Мне здесь хорошо. Дай мне иглу. Погоди. Все пальцы у тебя на месте. Угу. Бандиты их не отрезали. Это все обман? Отстань от меня. Не было никакого похищения, да? Ты обманом заставил отца изготавливать для тебя наркотики. Проваливай. Как ты мог так поступить с отцом? Я не хотел этого, ясно? Но оно сильнее меня. И что теперь? Останешься здесь или решишь вернуться к отцу? Рук! Сынок! Мальчик мой! Наконец-то! Мы снова вместе! Что такое? Как ты? Нет, надо рассказать ему. Надо рассказать, зачем отец будет тогда жить в невидении, он будет постоянно на волнениях. Зачем это бред? И парню нужна помощь. Не было никакого похищения. Что? Это вся подстава, включая отрезанный палец. Как же так? Рук, скажи, что это неправда. Я пытался бросить. Пытался. Хотел с этим завязать. Но с ними было круто. Как-то я упомянул тебя, и они вспомнили, что ты их бывший учитель и химик. Боже. Рук. Я хотел совсем покончить, но они не позволили. Прости. Пойдем домой. Там и поговорим. Правда? Простишь меня? Ты все равно мой сын. Спасибо. Родители всегда прощают своих детей. Ну что, смотрим, что у нас по карте, где мы находимся и что у нас еще есть. А по факту все так. Ага. Ставим на отметку отслеживать. Вас плохо слышно.
Надо вернуться. Остался час, и начнет темнеть. Надо засветло успеть. Сейчас на пропеллер вот на этот... А, это не работает тогда. Это немножечко не то. Смотри, а? Выжившего схватили, гады. Все, ты свободен. Ублюдки хотели меня убить. Это точно. Спасибо, что спас меня. Да не за что. Хоть бы хватило мне энергии. Наверное, лучше я его сейчас где-нибудь вот тут перекантуюсь и восстановлю свой запас. Отлично. А сам он-то где? Угу. Надо подостоять. Надо просто постоять. Он тут рядышком. Прямо туда под лестницу заехали. Конечно. Наша Генриетта скоро будет здесь. Постой. Ее зовут Генриетта? О, нет. Я не ее должен был спасти. Наверное, не расслышал, в какой лагерь идти. Теперь миротворцы меня не примут. Я бестолковый и ни на что не гожусь. Вот ты где. Не знаю, как и благодарить. Я взломал замок, но спас тебя именно Пит. Я? Но... Я всего лишь исполнитель, а вот он — мозг операции. Он все спланировал, чтобы тебя освободить. Гений тактики. Спасать людей — его призвание. Да, босс? Точно. Можно и так сказать. Герой. Да еще и скромный. Как мило. Ерунда. Как тебя зовут? Я Пит. Генриетта, ты не проводишь меня домой? Я не хочу, чтобы меня снова похитили, а с тобой мне не страшно. Со мной? Не страшно? Постой, Генриетта, ты должна знать, у меня слух неважный и... Не волнуйся, я буду говорить громче. Идем? Конечно, пойдем. Спасибо, Пилигрим! Спасибо. Удачи с ней. Нормальный такой, хороший поступок. Ну что ж, смотрим локацию. И, судя по всему, у нас с вами... Да, у нас с вами абсолютно все пусто. И больше никаких побочных нет. Но это у нас задание завершено. Да, задание завершено. Это у нас баг. А этого не видно. Ну а все остальное у нас получается, это уже остаются только разве что курьерские задания. Испытания. Да, ладно. Все тогда, я с вами прощаюсь. В следующей серии мы с вами двигаемся в финал. Всех вас люблю, обнял, поднял. Надеюсь, вам серия была интересна. Если да, поддержите ролик лайкосом. Всем пока. О, кстати, стоп. А ну-ка, торговец. О, шикардос. Качественные товары. Лучшее железо, понял.